Привет, ребят! Я вас приглашаю на открытую встречу в городе Самаре, которая состоится 8 января. На этой встрече мы, конечно же, поговорим, что такое жизнь без еды и без жидкости. Мы поговорим про нашу клеточную структуру, что такое ДНК, возможно ли ее менять, как наши клетки регенерируют, после чего, как мы можем все время повернуть вспять и есть ли время. Что такое время? Время — это плотность. Мы можем эту плотность изменить. Мы можем ее как-то сделать по-иному. Мы можем как-то предотвратить некоторые моменты. Конечно, мы это с вами обсудим. Но не только это. Мы разберем глубинные моменты, почему вы остаетесь в том состоянии с теми людьми, на той же профессии, на той же работе, с тем социумом, который вам по каким-то причинам вас не устраивает. Не устраивает, но вы все еще там. Конечно же, мы это обсудим. Что вам нужно будет сделать, чтобы этот барьер у вас уже остался в прошлом? Приходите на встречу, и здесь я напишу телеграм организатора, где вы можете задать все вопросы, либо в личку.